Люба выдвинула, что она вот помогла организовать. Спасибо огромное, Красноярская, там, фонд, кто-нибудь, поможите мне, пожалуйста. Не важно. Спасибо вам, всем, кто организаторам. Я реально был просто... Для меня лично было очень большое благословение, когда я выложил ВКонтакте, что я еду в Красноярск, хочу прочитать пару лекций, и буквально в течение там часа там столько много были отзывов уже, что и там, ну, очень-очень большое всем спасибо. Завершающее слово. Есть такая четверостишие по-русски, там, что про русских женщин, да, то есть там, что и там визу в парящие войдет, там, да, и когда там коня на скаку остановит. Вот. Иногда я смотрю на наших мамушек, особенно там, которые выбрали себе такую карьеру, да, то есть которые как вот пошли в этот пути, есть вот этот там, не знаю, кто точно, 14 тысяч и обратно, там, как в тот памятный год там, да, и, визу палящая вошла, и коня на скаку остановила, хотелось бы жить иначе красиво, но все, избы все горят и горят, и ходят, все скачут и скачут. Поэтому иногда ты чувствуешь, как будто вокруг тебя, вот ты выбрала путь, ты... Почему я говорю именно женщину, да? Потому что на самом деле преимущество на 80% груз смены образования ложится ровно на женских плечах, потому что она как раз является той сосудой, которая несет ценности в семье. Да? Это просто никто не отменил, никто не может отменить. Я очень много старался заниматься своими детьми, но я знаю, что очень большую работу на Ребекке лежит. Да? То есть это важно. Иногда вы чувствуете, что ваши иконы до сих пор скачут, что ваши дети уже скачут, как кони, что ваши планы, ваша годовая программа учебная, она там палится, горит, разваливается, что-то не то. Чаще всего это потому, что вы притащили школу домой, вот, а вам нужно отказаться от школы в мозгах, вот, и принять другой путь. Может быть, это не совсем чап, может быть, это не совсем тривиум по тривиум. Я считаю, что это очень хороший метод для всех, для того, чтобы вы остались молодыми, красивыми, не сидели рано и не появлялись лишних лысин. Пусть вас Господь благословит, и занимайтесь своими детьми. Последняя книга Старого Завета, есть предупреждение. Книга Малахии, Господь Бог говорит: «Пошли своего пророка перед лицом своим, чтобы он обратил сердца детей к отцам и сердца отцов к детям. Если нет, то пришлю проклятие». Пришлю проклятие. Вот. Обращайте свои сердца к своим детям, и они обращают свои сердца к вам, и Господь воссияет светом лицом на нас и на нашу страну. Давайте с Богом. Просто, к сожалению, мне в таких аудиториях нужно теперь некоторые вещи оговаривать. Это мы пригласили Justice не для того, чтобы рекламировать образ жизни Америки. Мы пригласили Justice не для того, чтобы сказать, это единственный способ семейного образования, больше никуда ни на шаг. Нет. Просто у нас в России нет еще людей, которые сами бы вышли из этого. Собственно говоря, имея опыт того, как быть ребенком на семейном образовании. И у нас довольно мало еще пока опыта тех родителей, которые могли бы выйти поделиться. Но есть и русские родители. То есть нам очень ценен человек, который живет так, как он говорит. Justice это делает. Мы не хотим просто слышать слова, мы хотим видеть жизнь. И да, в жизни, я вам сказал, жизнь это очень такая штука. Да, в жизни переплетено все, мы не можем отделить его веру, например, или нашу веру, да, от того, что мы делаем. Поэтому здесь уж как бы вы пришли, мы благодарны, но пожалуйста, пожалуйста, отделяйте одно от другого, да, если вас что-то не устраивает, не надо ребенку вместе с водой выливать. Поэтому, если у вас есть вопросы какие-то ко мне, как к организатору, или кому-то еще, или Justice лично, пожалуйста, подходите и говорите. Но я надеюсь, что как бы не будет где-то потом чего-то, потому что это, к сожалению, было, и это, к сожалению, будет. Но мы хотим уменьшить это, мы против этого. Просто как бы наша официальная позиция. Хорошо? Спасибо еще раз за то, что вы пришли. Мы должны уходить, потому что библиотека работает до 6, им еще нужно закрыть гардероб и все такое. Спасибо еще раз. Видео будет, можно посмотреть. Да, видео. Я записывал на диктофон, но у меня кончилось.